течение 2 часов прием вел врач-терапевт. Также люди преклонного возраста могли пройти скрининг-обследование. Оно включает в себя измерение артериального давления, определение уровня сахара и холестерина в крови. А на аппарате кардиовизор врачи проверили состояние сердца пациентов. В эту субботу медицинский десант высадится в Хостинском районе. Прием откроется в 12 часов в Доме культуры Кудепста. В течение 2 часов, кроме медиков Центра здоровья, обследование будут вести и узкие специалисты – невролог, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог и эндокринолог.